Дабл. Трипл! Домой! Здорово, народ! Вы на моем канале, а с вами, как всегда, Арти. Блин, спасибо большое вам за активность на стримах и на прошлых роликах. Я немножко подзатянул с выходом этих роликов. Но, собственно, сейчас ускоримся. Поэтому погнали смотреть ретро-локи в прекрасном скине. От вас жду лайков, подписок, комментариев. И пишите в комментариях, что вы хотели увидеть в целом еще по поводу Смайта или других игр. И спасибо вам заранее за просмотр. Погнали смотреть. Так, так, давай через кинжал пойдем. Через кинжал. Вот так вот. И вот так вот. Я так давно на Локи не играл, но это капец, смотри. Скинчик имба. И повязку надел вверх тормашками. В смысле, это мой знак. Что значит вверх тормашками? Какую, какую? Какую, welcome? Ты про вебку мою, что ли? Про мою вебку, я не понял. Так ты же не сделал, блядь, нормального. Я бы поставил. Если бы ты сделал нормально. Первый вариант был вообще имба. Если бы ты сделал такую анимацию для первого варианта, которую я сначала делал, это вообще была бы пушка. Привет, Александр, привет, привет. И тебе добра. Всем добра, всем лучей, добра, счастья, позитива. И все такое. Да какого счастья, позитива? Мы в Смайте... Сальто умею делать, лё. Ой, Велкам, ты что, инициативу не умеешь проявлять? Уже бы сделал бы давно, и все. Я их даже сохранил. Я даже сохранил твои наброски и сижу, каждый раз смотрю и слезы пускаю. Я инвиз прокачал, чтобы, возможно, догнать. Чё ты врёшь, блядь? Домой, Эмир! Я не знал, что он врёт! Спасибо. Спасибо, родненький. Спасибо за донейшн. 5 хп! Чуть сознание не потерял. Проявил бы уже инициативу, welcome. Ты же знаешь, что мне это нужно. Особенно глич анимация. Потому что я вот этот старый логотип даже в ролике сейчас добавил в последний. Но буду добавлять. Вместо заставки. И куда моя анимация делась, алё? Скилл в откат ушел. Но последний мне не понравился. Первый был имба. Знаменитый лесной мир. Ой, у меня есть очень старый ролик с нарезкой. С нарезкой на Эмире. Как же я ему накидываю, да, чат? Как же я ему накидываю? Но мне так фарм нужен. Здорово, Берсерк. В смысле пожилой Наруто? Алло, не понял. Нет, нет, welcome. Я уже давно понял, что это так не работает. Если оно мне нравится не будет, то я его ставить не буду. Надо Хроноса выбить, ману. Да, да, Берсерк Сенпай, я тебя слушаю. Готов тебя выслушать. Я имею в виду куда сосай, куда сай.
Ну, не вы, в смысле, что? Дабл килл, понимаю. Так, так, так. А я не знаю, как правильно говорит Бертон. Он не симпай, да, а кто он? Сосай кудасай получается, или как? И мир четвертый, понимаю. Ой-ой-ой, ты такой умница, конечно. Нормально, нормально. Доел, съел. Сейчас еще следующих, сейчас следующих доем. Чат, он меня может убить? Ладно. Сейчас я разгонюсь. То, что Хеппер убил, ничего страшного. Кохей, младший товарищ, понял. Не хватает кредит? Ха-ха! Не смог даже поспамить. Спасибо большое. Ой-ой-ой, что за музыка? Это же это, блин, забыл, как называется даже. Лунная призма, дай мне силу. Ой, гадым, это такой классный мультик. Как он там? Название забыл. Sailor Moon, во-во. Офигеть, она сколько урона впитала просто из-за того, что она иммун! Чат, можно зарейджить в чат, пожалуйста? Вдруг это на YouTube пойдет? Вы можете рейджить за меня? Спасибо, Вафля. Как же я хорош. Я говорю, зарейджите мне этот Маккафи, ты чё, блин? Во, грёбаный иммун, да? Вообще, у меня еще смайлик должен открыться, открыться, как чакра. Анимированный, типа, но я не знаю, когда. Сори. Пока кильчики набиваю, потом, может, игру переверну. Но у меня очень команда слабая. Ну, по крайней мере, пока что. Почему пока что? Потому что в лейте может все поменяться. Учитывая, что у нас есть Хронос и все такое. Да, вернулся в Коноху, да. Да чат, видишь, стоит аниме трейки. А я хаваю, понял? Так, застанил.
Хорошо. Хорошо, знал, что нужно давать в ульт в него. Только отошла от уже... Так правильно, накидали аниме треков мне. Да, у меня нет выбора, да, согласен. Пятьдесят монет не хватает. Пойду убью кого-нибудь. Блин, классный ретро-скин, мне нравится черно-белый. Выглядит офигенно. Да, да, я вижу, надо направо походить. Там просто, видишь, я боюсь там шибаланки, а он, блин, этим будет меня выбивать. Не хочу его прокачивать. Хорош. БП Наруто и так далее. Ну, слушай, коллаба с Фортнайтом показывает то, что он очень... Ну, как сказать? Очень-очень зашел людям, допустим. Слушай, да хрен его знает, как понять, если честно. Не, ну он, видишь, вот он серый, а вот он такой же серый. Не знаю, дядь. Я даже не обратил внимания, лол. Даже не обратил внимания. Вард стоит. Пятьдесят оттенков серого. Мне нельзя застаиваться. На локе вообще застаиваться нельзя. Мне надо идти ломать или пушить, или что-то делать. Просто вот в замес 4 на 4 на локе не влезть нормально, адекватно. Не, это задумка. Это задумка такая. Хорош, и плюс ассист. Сассист плюс. Хорошо. Ну, было бы неплохо, потому что Аркейн сейчас очень популярный, и это было бы максимально логично. Пока тот не может убивать, конечно. Ошибка, минус ульт. Ой, вот это очень плохо. У меня-то нет бицов. Нет, пожалуйста. Хорошо.
Я бы тоже задонил. Да они, а с чего ты взял, что они конкуренты? Они не конкуренты абсолютно. Есть такая старая-старая инсайдерская инфа, то что есть какая-то связь между Riot Games и Hi-Rez'ами. Я имею в виду какая-то связь именно руководительная, так сказать. На Терре уже есть аниме скин. Так там же целая коллаба была. С Руби, допустим, целая коллаба была. Там же все аниме скины. На Терру, на Танатоса, а на Ниву, по-моему, еще. Ну да, 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 сексуальная связь. А много аниме скинов уже. Здорово, здорово. На дадзи, да, да, да. Так, я уже очень долго никого не убиваю. А на Рату какой анимешный скин был? Там разве был какой-то анимешный скин? Я на 3 левела больше, чем Эмир. Понимаю. Лисичка? Так это не аниме скин, это лисичка. Дабл. Трибл! Домой. Хорошо. Ай! Извиняюсь. Ай! Ай! Я у них все выбил. Все выбил! Хорошо. Ой, гоночки в смайте не вспоминай. Такая имба была на самом деле. Cruising for some bruisins. Не застала, но гонки были очень классные. Ой, слушай, они механику игры полностью меняли. Там реально прям гонки добавили. Гонки очень похожи на Mario Kart. Если знаешь, что это такое, собственно, это одно и то же, по сути. То есть там были прям трассы, были прям персонажи, да, их было ограниченное количество. То есть не все боги были в виде гонок. То есть были боги, и у них свои машины. Для каждого своя. Вот. А билки не помню у них, но там на трассе валялись всякие штуки, как в Mario Kart в 1.1. Раньше они одно время прям задрили вот эти ивенты. Были гонки, был PvE смайт, там где прям пещера, там где мобы, там где боссы, прям классическая ММОшка. Чего убрали? Возможно, посчитали финансово невыгодным столько трудов вливать, потому что трудов было влито очень много, я вам так скажу. И он не умер! Понял. Не хватает мне, конечно, Херсикера. Хронос красава ломает Феникса.
Хорош, 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 хорош. 17-17, потная каточка, потому что все, ну, половина киллов мои. Это очень потно, что команда не очень все хорошо на самом деле. 1-3 у Хроноса, 3-5 у Медузы, то есть керики отстают пока что. До сих пор помню эту душную ПВЕ, Триксер, это корабль. Да, 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 Локи был, по-моему, финальным, да, боссом, если не ошибаюсь. А еще помните ПВЕ тоже? Там, где нужно было волны отбивать. Вот это вообще, вот это имба. После гоночек на втором месте для меня был. ПВЕ мне не понравилось, типа ММОшка. А вот там, где волны нужно было отбивать, там вообще имба. В шабаланке есть радиус на слепление врагов или просто по всей карте? По всей карте слепление. На самом деле я не понимаю, почему они это не вернут. Я не понимаю, почему они это не возвращают. Там же только и стоит того, чтобы просто вернуть это. Ну, включить заново. Я уверен, что это же, ну, все-таки они не маленькая компания. Исходники там все на месте должны быть. Чат, там есть 100 лайков уже на ютубе? Или мы не идем в хоррор? 100 лайков и будет хоррор, чат. Но вы понимаете, что нужно сделать. Только что придумал. Хорош, команда. Хорош, команда. Убили воина за секунду. В прошлый раз набрали. Ну, в прошлый раз, понимаешь, это в прошлый раз, это совсем другое. Бля, зачем я это сделал? Это моя ошибка. Я подумал то, что я сейчас запрыгну и просто там всем щи не даю. Я хочу криты собрать. Нельзя так. У меня постоянно так на Хроносе. Да, да, раньше шибаланки ульт станил всех, кто двигался во время ульта. Но это было давно. Офигеть просто, всех убили. Ну, я же про это говорю. У меня очень слабый Медуза, Хронос. Они вообще, типа, не, ну, как бы, не отыгрывают. По твоим нарезкам увидел и начал играть Rogue Company. Но почему у тебя самого нет видео с этой игрой? Как это нет? Есть. Это нету. Я просто сейчас немножко на другом сосредоточился. А так я в Rogue Company поигрываю частенько. Блять. Долбаные АДК, которых не убить. Ладно. Хотя бы выбил сольки ФГ. Да не, в том-то и прикол-то, что Хронос вроде как понимает, что нужно делать, но не делает вообще. Типа, хз. Вроде бы все плохо. Кстати, смайтеры. Смайтеры, кто не следит за моими соцсетями, не забывайте, что в ВК у меня проходит розыгрыш боевого пропуска, и завтра уже результаты. Завтра будет утренний стрим, и завтра я покажу вам, кто выиграл батл пасс. Вот, и сразу же анонсирую новый розыгрыш. Это будет скин на Бабу-Ягу. Вот. Ну, я не удивлен, Артем, я не удивлен. Он фармится за 10 дней, за 5 дней, а вы все спешите с покупкой. Там еще второй розыгрыш? Второй? Какой второй? Его можно будет... Да, да, я код разыгрываю. Мне же хайры за коды присылают. Оп, сальтуха. Оп, сальтуха. Оп, сальтуха. Чего у меня куплено? Я при вас прям рандомайзером юзаю. Алло.
Не, сейчас халява, вот розыгрыши, они еще вкуснее стали, после того, как цены подняли. Подкручиваешь? Как я могу подкрутить? Не-не-не-не-нет, Баба-Яга это фулл маг. Даже близко к саппорту никакого отношения не имеет. При всех, там, не знаю, маломальских, извращенских этих моментах Баба-Ягу в саппорт это нет. Я не вижу их, не вижу. Они отошли? Отошли или ч... Да, да. Наверное, отошли. Не знаю, насколько нужен мне Deathbringer, конечно. Что для розыгрыша надо? Вступить в группу и там сделать репост. В мою в группу и в Smite Pro. Наши партнеры, если что. Самая активная и большая группа по Смайту, кстати. Который уже миллиард лет просто инфу по Смайту пишет в группе, как бы. Какой розыгрыш опять? Розыгрыш в группе ВК. Battle Pass. После него сразу же анонсирую розыгрыш на Баба-Ягу в ВК. И одну Баба-Ягу разыграю среди сабов прямо на стриме. Вот. Так что чекайте, чекайте инсту, потому что я в инсту сливаю коды на всякие реколоры. У меня сейчас есть Battle Pass на Paladins, кстати. Я тоже их в инсту, наверное, солью. Либо в Discord куда-нибудь. Вот. Есть Rouge Company коды. Там тоже есть Battle Pass, не забывайте об этом. Вот. Будут партнерские стримы разные, где будут... Ну, короче, чтобы не пропускать розыгрыши, нужно везде подписаться, на самом деле. Типа, Инстаграм точно нужно подписаться, Дискорд точно. Ну и ВК, ну и Твич с Ютубом. Ну и Телеграм. Да, на Бабу-Ягу очень крутой скин. Не хватит, да мне сколько? А, не хватает, смотри. Так, нет, ему по-любому молот. Ему по-любому молот. Не хочу копье. Так, War the Fire Giant. Да, в Дискорде у нас в последнее время очень много актива. Плюс вы там постоянно играете, я смотрю в коопные игры, это очень круто на самом деле. Я дико горжусь своим сообществом в этом плане, вот серьезно. Самое сильное сообщество у тех стримеров, которые, как бы это, может быть, грустно не звучало, но это те сообщества, которые сами себя умеют развлекать. А моя задача вас объединить. Это очень круто. Я понимаю, что defend. Я не понимаю, почему вы все убежали. Купил киберпанк, настало время пройти. Лол, сейчас смотри, спушит Феникса! А, не, Эмир, сука. Attack!
Хорошо, хорошо. И Феникса он не успел задефать. Это наш шанс, это наш шанс. Блин, классный скин, очень необычный на Локи. Типа не видно, просто не видно лол, ну типа когда он в инвизе. Это очень забавно выглядит. Нет бицов, это очень плохо. Молодцы. Команде только почтение и уважение, красавчики. Оу, щит. Ну это хорошая победа на Локи, я считаю. И счет у меня хороший, и я вообще молодец. Но я, правда, не дос... А, не, я фулл билд насобирал, в конце ничего не успел сделать. Но это только благодаря мне, вы же понимаете, они выиграли. Только благодаря мне. Поэтому я их лайкаю. Я их лайкаю. 1825 ММР, такое. С каких пор ты анимешник? Не знаю, что случилось. Здорово, чем, здорово. Урона, конечно, очень мало. Но при этом 12-5. То есть походил, понакилял. По поводу билда... Ну, наверное, Десбрингер лишний. И, возможно, нужен был не молот бомбы, а копье. Возможно. Так, в целом, все хорошо.